Надо сказать, она неплохо дает ему результат. Ой. Так. И Fatal Blow, найс. Один из лучших Fatal Blow антиэйров у Найтфульфа. И сейчас KG забирает при помощи него раунд. Но в данном случае это абсолютно оправдано. Так. Угу, хорошо. И вверх 2. Вверх 2 на 3 километра от Хелкарася. Блин, промахивается он своим Fatal Blow и апперкотом забирает Shadow. Боже мой, столько паники сейчас было. Ролл наказал при помощи броска. Тут же ставит арктическую ловушку, которую снова попадается, на которую Хелкарась. Ой-ой-ой-ой-ой. И Fatal Blow мимо пролетает. И пиксель остается. Ой, сможет ли он камбэчиться с такого пикселя? Да неужели камбэк с пикселя? Неужели бывают такие чудеса? Ой, сейчас мы посмотрим. Конферм. Есть конферм. И брейковые это нет у противника. Только сейчас накопился. Ах! Апперкот! Блин! И все-таки D1. И все-таки забирает Shadow. Боже мой, чуть было не было, ребят. Чуть было не был камбэк сейчас. Просто жесть. Шейкер? Да! Красава. Пейнкиллер прям ждал этого прожектайла, чтобы запэрить. И ух, как мимо пролетел сейчас. Пиксель остается у Вольтерлара, и уже чип дэмэджа-то нету. Угу. Пами не особо не парится, но тем не менее. Жмет медами. Ой-ой-ой, хороший вип-паниш. Хорошо. Отлично сжигает сейчас Вольтерлар Fatal Blow. Он прочитал, что будет брейкэвэй, поэтому Fatal Blow сделал. Но не добьет. Ой, да там вообще все за скелес. 32% за комбус Fatal Blow. Сжигает кандало, чтобы выбраться из этого прессинга. Мистер прессинг. Вау, вот это он, конечно, влез пока сейчас. Пиксель остается. Ах! Черканул нейтрал джампом. Ну что ж, Fatal Blow у обоих игроков. У обоих Fatal Blow! И да! Fatal Blow оба использовали одновременно практически, но Fatal Blow кандалоша зашел вперед. И забирает он этот кандалош, чуть-чуть не законфермил. Дистанция была немного не та. И меняет сторону Скорпион. Хорошо. Это шанс для него зажать противника в углу. Какой бейт! Вот это терпеливая игра от Скорпиона. Вы посмотрите, он просто подождал, видел, что кандалош Гитапрол постоянно это делает. И ох, какой камбэчище от Скорпиона. Боже ты мой, 3 камбы и был человек, нет человека. Паниш, есть вив паниш. Ой, это шанс, убей. Просто не рассчитал. И нету паниша в ответку, блин, от Хелкарася, эх. Ему Fatal Blow в блок прилетел, и он не запанишил. Паниш. Нету паниша от кандалоша, он опоздал, он чуть-чуть опоздал. Так, апперкотом заканчивает. Уже знаете, классика пейнкиллера, заканчивать комбу апперкотом, и все. Чё париться с этими комбами? Ах, хорош, еще и антиэйр апперкот. Ой, паниш. Блин, и нету нормального паниша от кандалоша. Он просто должен был сейчас окамбэкнуть. Да. Ему этот лифт Эрмака в блок впритык зашел, и кандалош просто не сделал паниша. Ловерхед заходит. Оп, и апперкот. Найс. Территория Fatal Blow. Причем у обоих Air to Air сбивает, пиксели остались. Ох, Air to Air! Ох! И тут вопрос, кто быстрее ножку вытащит. Пейнкиллер ножку вытащил быстрее, поэтому... Блоу от кандалоша, и это шанс. Камбэкнуться. Будет ли камбэк? О, боже ты мой! Боже ты мой! Господи! Ребята, это была жесть! Он такой ансейв пихнул сейчас, просто... Пейнкиллер пихнул просто адовый ансейв, просто адовый. Но, блин, на нежданчик этот ансейв так зашел. Ужас. Просто ужас. Если бы кандалош заблочил его, то он бы просто убил бы своего противника, но... И просто апперкот. Вот это, короче, у скилла пацана, ребят. Сила в простоте, понимаете? У пейнкиллера простой геймплей, но эффективный. Тем не менее, видите, с простым геймплеем до топ-3 он дошел. Апперкот и сила. И он в очередной раз это доказывает. Хорош. И уже лайфлит имеет такой весомый. Но весомый лайфлит тут же растаял при помощи одного крашен-блоу.
Так. И просто на ровном месте. Просто на ровном месте лифт этот Ермака делает, несмотря на то, что Саб-Зиро-то может этот лифт на блоке наказывать на любой дистанции. Ну, то есть у него есть подкат, просто напанишь и все. Но нет, Пейнкиллер это знает и все равно делает этот лифт. Просто все равно. Здесь, во-первых, насколько KG готов. Задержал. Вы только посмотрите, просто задерживает. Оп. Ах, но тут уже вовремя нажал сейчас шейкер. Это майндгейм, короче, видите? Шейкер против стрелы. Размен. Такой размен в пользу, напоминаю, Найтвульфа. Майндгейм. Кто кого переиграет? Кто кого переиграет на фуллскрине? Ой, блин, это переигрывание, конечно, на фуллскрине. KG. Так. О, фаталблок! Да, вот это правильно. Просто насколько правильно сейчас было решение от Пейнкиллера фаталблок сделать, когда задержал противника.